Рождество принесло в семью Кондерешко первое маленькое чудо. Кроха Лея появилась на свет вечером 7 января. Никто в семье этого не мог предположить. Назначенный врачами срок был 2 неделями позже. Однако радости от такого знаменательного события не меньше. Для мамы Татьяны это первые роды. И сегодня ее малышка – один из самых удивительных подарков судьбы. Вот наконец-то у нас доченька родилась. Мы ждали ее и очень, очень рады. Это такое счастье быть мамой, это вообще, это вам даже слова не передать. Кроме маленькой Лии, в Рождество на свет появилось еще 8 малышей, 5 мальчиков и 3 девочки. Поздравить мам с этим важным событием прибыл архиепископ Иоанн. Владыка смог уделить внимание каждой женщине, дать напутственные слова. Конечно, появление каждого малыша на свет имеет особую значимость, но эти дети должны через свою жизнь принести все самое искреннее, чистое, доброе, понимая, что они стали частичкой большого чуда. Мама, отец. Они продолжают ту миссию, которую поручил Господь каждому человеку. Вот, поэтому это, естественно, целое событие, когда в мир приходит человек, когда он рождается. Ну, а тем более, когда мы празднуем пришествие в мир Христа Спасителя, естественно, в этот день хочется поздравить и тех деток, кто родился, кто пришел в этот день на землю, в эту жизнь, в этот мир. И, конечно, поблагодарить родителей за то, что они выполняют свою миссию на земле, за то, что они рождают детей. Конечно, благословить этих маленьких детей, этих малюток, благословить на добрую жизнь. Только за прошлый год в стенах Брестского родильного дома на свет появились 5212 малышей. Да, эта цифра немного меньше тех, что констатировали медики в 2015-2016, когда на Брещине наблюдался настоящий бэби-бум. Однако имеющиеся показатели также норма. Самый тяжелый малыш родился весом более 5,5 килограмм, а самого маленького, 830 граммов, врачи смогли выходить, и сегодня ребенок уже радует родителей. Все 9 родов 7 января прошли без особых осложнений. Мы сможем обеспечить каждому своевременную, качественную медицинскую помощь. Потому что на сегодня мы помним этот 2016 год, когда у нас было 30-35 родов в день. Вот. Если сегодня 15-20, то для нас прибавка 10 родов в день – это все может быть осуществлено. Кроме духовного окормления от епархии, каждая мама, родившая в Рождество, получила небольшие подарки. Первое необходимое, что будет нужно в ближайшие недели. Уже через несколько дней каждая из женщин окажется дома, где их с малютками будут встречать близкие и родные.